Всем здорова, друзья, с вами Спикер, и ночной ужас начинается вместе с Спикером в игре Dead by Daylight. Сегодня у нас будет новый хищник, новый охотник, это клоун. У него есть плюшки. Какие интересные у него есть плюшки. Давайте же почитаем. Сложность, уровень средняя, получается, но у него есть какой-то тоник, который он бросает, и жертва ослепляется в ядовитом газе. В принципе, плюшек у него не очень-то и много, но уровень сложности средний, так что, в принципе, будет интересно. Насколько он будет хорошо передвигаться или ударять свою жертву на расстоянии с помощью своего ножичка, мы узнаем уже в этом ролике. Устраивайтесь поудобнее, и наша охота начинается. Поехали! Раз, два, три, четыре, пять, мы идем тебя искать. И наш клоун, друзья, вместе с коктейльчиками, вместе с охотником мы начинаем нашу охоту. Кстати, у нас есть бросок коктейля. Летит он довольно далеко. И можно бутылку, наверное, замешать. Вот таким макаром у нас замешивают бутылку. Новые коктейльчики появляются. 4 штуки максимальная. Ну что, друзья, охота начинается, и наши потерпевшие скоро будут кричать. На крючках, где угодно, был какой-то шум. Какой-то шум вроде был. Нет, послышалось. Карта у нас топовая, карта у нас лес и довольно много места, где можно заныкаться. Ну что, побегаем по генераторам, найдем нашу первую жертву и, конечно, будем их истреблять. Мне хочется закидать их все-таки коктейльчиком и посмотреть, насколько это будет эффективно и как они будут задыхаться в собственном соку. Так, двери, двери. Сколько мало тут дверей-то? Так, поднимаемся наверх. Тут довольно тихо, все спокойно. Пока что без шума, без пыли мы двигаемся, ищем первую жертву, друзья. Вот наша первая жертва. Держи. Как ты мог-то? Ох, да. Обалдеть. Крики пошли. Уж ужас. Ужас пошел, конечно же. И первый удар есть. Ой, долго вытираешь кровь. Я вижу ее. Она ушла наверх. И куда теперь она упала? Влево, вправо. Даже не пойму, куда. Вот сюда. Так, тихо-тихо. Вроде где-то прям тут заныкалась, нет? Нет, друзья, она убежала. Ну что, клоун у нас, в принципе, неплохой. У нас есть сделать тоник и бросить тоник. Вот и все. Плюш больше у нас никаких нету. Только сделать и бросить тоник. Нужно, кстати, сделать. Когда он делает, он замедляет свое действие. Это, конечно, не очень-то и найс, потому что, ну, долго будет делать его, а жертва будет убегать. А тоника, конечно, эффекта не очень-то и большой. Тут у нас никого нету. У нас, кстати, есть три. Три сегодня жертвы, не четыре. Одна жертва, возможно, уже убежала. Я с первой шум бежим туда. Будет три жертвы и, конечно, будет потеха. Ой, это слишком далеко как-то. Одна жертва у нас ранена. Где, ребята, вы? Куда вы заныкались? Я вас найду. Ку-ку. Тут у нас никого нету. Куда-то они заныкались. Да, был шум, ребята сразу же убежали, испугались, но, в принципе, заводили довольно долго. Ух, слишком далеко. Нет, недалеко, неподалеку здесь. Бежим туда. Есть крючочек рядом, но жертвы нету. Где-то, кажется, прямо в доме был. Ребята играют сообща. Мы найдем все-таки. Мы найдем всех, будем истреблять всех. Тут тоже спокойно. Тихо слишком. Где-то работает генератор, я его не слышу. Где-то поблизости. Да, вижу. Пытались починить. Так, ломаем его. Тоник, тоник, ты могуч. Ты гоняешь стая туч. Пока что тоником не очень-то эффективно. Тут у нас ни черта не чинится. Пойдем, наверное, вон туда. Ребята реально сегодня очень трусливые. Боятся выйти. Погоди, опять чинили, что ли? Нет, не чинили. Пробежимся на вон туда, вернемся туда. Ребята стопудово будут его чинить до конца. Но пока что никого не вижу. Так, приседать у нас тоже не умеют. Только бросать коктейль Молотова и все. Нет, даже не чинили. Они убежали отсюда полностью. Бежим в другое место искать очередную жертву в другом месте. Потому что ребята тут нас не попадались. Крючков очень много. Если в доме у нас два генератора, их нужно обязательно проверить. Они боятся меня.
4 осталось генераторы. Они меня боятся, тут недовольны поблизости. Бежим туда. 3 осталось генератора и 3 у нашей жертвы. Вижу, вижу свет. Да уберись ты, уйди. Куда? Куда убежала? Следов. Я следов не вижу. Жертвы нет, следов нет. Карта у нас хорошая. Нужно обязательно на этой карте нам выживать и полностью вносить эту ходку. Потому что есть жертва! Ух! Клоун уже готов истреблять. Куда ты заныкался, друг мой? Куда? Куда убежал-то? Вот он, вот он, вот он, вот он. Оп! Сколько крови прямо на экране, я ни черта не вижу. Сюда, кажется, убежал. Куда теперь? Куда теперь-то? Налево, направо, где-то прям тут заныкался. Вот он наш голубчик. Расстань коктейль молот. Ох, промахнулся. Нет, погоди. Сейчас начнется потеха. Сейчас начнется и бросание коктейль молотова. Бросаем коктейль молотова, бежим в эту сторону. Ух ты да. Готова наша вторая жертва. Ранена, истекает кровью. Берем тебя, что можно сделать? Пополнить запас, пополнить запасик и отправить тебя на крючочек. Кто следующий? Сказал наш клоун. Берем тебя, пойдем на крючочек. Будешь сейчас кричать у нас. Ух ты да. Ну пойдем, пойдем. Кажется, первая жертва, которую мы сегодня посадим на крючок, это наш чувак. Кричи! Я пробегусь побыстренько по генераторам и посмотрю, что тут у нас есть. Что не починили? Да, пытались починить этот генератор. Чувак у нас висит и пошло дело. Дело пошло. Когда будут снимать, конечно, бросаем коктейль молота прямо туда, и обе жертвы будут маленько оглушены. Ну, не знаю, насколько эффективно эти коктейль молота у нас спасать нас будут. Ну, кричит. Пускай кричит, пробегусь, наверное, по генераторам, которые находятся тут поблизости. Вот есть генератор, и вон там есть, но там слишком далеко, мне кажется. О-о-о-о, его сняли, бежим обратно. Бежим обратно, и пытаться нужно его вернуть на крючок. Куда убежали? Куда убежали они? Так, вижу следы. Есть следы, вот они убегают. Они вдвоем, бросаем коктейль молотова. Мне нужен чувак, который уже почти ранен, который почти готов. Он мне нужен. Отправить его прямиком в ад. Куда он уйдет? Налево, направо? А, вот ты мой голубчик. Жди смерть, вот крючок, вот твоя смерть идет к тебе. Попал. Он попался, есть красотка. Не убегай далеко. Я тобой займусь буквально пару секунд, дай-ка мне. 2 секунды, моя хорошая, и я тобой займусь. Так, это свежее мясо, которое еще даже не хромает. Вон там есть шум, бежим туда. Тут починили генератор, и нужно, кстати, наверное, все-таки сделать... Есть шум вон там, прям в доме. Сделать тоник. Тоник, в принципе, неплохой, но все-таки мало плюшек для этого охотника нашего. Тут у нас есть преисподний спуск, там ничего интересного нет. Вон там шума много, бежим туда, друзья. Бежим прямиком на второй и на первый этаж, даже не знаю, на какой этаж. Но чувака стопудово снимут. О-о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 -
промахнулся. Ничего страшного, сейчас мы тебя отправим в ад. Ну какая шустрая там, смотри какая. Она бежит, кстати, к нашему чуваку. Нет, ножик очень маленький, реально, ножик чертовски маленький и... Ну, не то, я запутался в двух соснах. Жди, жди свою смерть, моя хорошая. Сейчас я к тебе приду. Сейчас устроим потеху. Ну, ножик чертовски маленький. Нужно чуть подлиннее мачете. Она истекает кровью, она страдает и мучается. Нету никаких даже плюшек, которые она может опустить. Обалдеть. Жертва наша на земле, ее хватаем, отправляем прямиком в ад. Пойдем, моя хорошая, в ад. Где тут крючки? Вон крючки есть. Вон крючки есть. Нет, это не крючок. Пойдем, моя хорошая. Останется последняя жертва, и мы тоже ее найдем. Ну, в принципе, клоун неплохой охотник. Ух, как она орет-то. Сейчас будет умирать. Ищем последнюю жертву, которая, по идее, находилась где-то в доме. И точно будет генератор до конца. А мне нужна лестница. Пойдем наверх, проверим наверху. Ку-ку, тут у нас никого нету. Был, по идее, тут шум, но тут у нас шума нету. И вернемся к нашей красотке. Возможно, ее будут спасать. Ух, да, она страдает, мучается и отправляется прямиком в ад. Ну что, осталась последняя жертва, друзья. Ее ищем, ее истребляем. Пробежимся быстренько по генераторам, посмотрим, что где у нас, что ребята починили. Тут пытались починить, я вижу. А наша жертва ранена, истекает кровью, и, конечно же, где-то она все-таки мучится.
Найдем ее, истребим, и она перестанет мучиться. Сверху у нас не чинили ничего. Есть генератор вон там, есть генератор вон там. Пробежимся вон туда. Кстати, сюда даже я сегодня и не бегал. Ох, починил генератор, есть шум, побежали теперь туда. Осталось два генератора, либо люк, друзья. Я вижу ее, друзья. Хо-хо-хо, сейчас будет потеха. И один удар, и ей хана. Ух, да. Обалдеть, клоун. Это клоун, друзья. Мы всех поймали троих, насадим всех на крючки. И, в принципе, неплохо, когда жертва получается в таком западне и бросать коктейль Молотова довольно прикольно. Ну что, друзья? Третья жертва на крючке отправляется прямиком в ад. Спасибо, кто смотрел, кто поставил палец вверх, сделал отличный комментарий к ролику и попадет в топ, конечно, комментария. Ну а с вами был Спикер, как всегда. Всем удачи, всем до новых ходки, до новых роликов. Всем пока.